В ходе рабочего визита в Батецкий руководитель области также принял участие в церемонии вступления в должность главы района. На этот пост был вновь избран Владимир Иванов. Кандидатуру действующего главы администрации поддержала конкурсная комиссия, а затем единогласно муниципальная дума. С вступлением в должность руководителя района поздравил и временно исполняющий обязанности губернатора Андрей Никитин. Работа главы муниципального образования – это, пожалуй, самая сложная работа, потому что все проблемы, все сложности, все вопросы жителей в первую очередь обращаются к главе. И, безусловно, ответственность, огромная ответственность, которую вы уже знаете, которую вы уже несли и продолжаете ее нести. Свою работу Владимир Иванов намерен начать с выполнения программы, которую он представлял конкурсной комиссии. Одной из главных задач глава администрации считает улучшение медицинского обслуживания местного населения. Есть и ФАПы на территории сельских поселений, есть и фельдшера, которые уже возраст подходит к пенсии. Надо заводить молодых. Для этого должны быть программы, которые должна совместно администрация разработать с правительством Новгородской области, чтобы молодежь оставалась на селе, чтобы молодежь росла и в дальнейшем оказывала те услуги, которые необходимы нашему населению. Также первоочередными задачами, по мнению Владимира Иванова, являются развитие сельского хозяйства, ремонт и содержание дорог, повышение доступности образования.